Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня я хочу открыть вот такие интересные сюрпризы. Как видите, у меня есть яйцо холодного сердца, Розен. Такой также интересный пакетик черепашки-ниндзя нового поколения. Дурарара 2. И интересное яйцо мишки панда. Панд. Давайте его и откроем. Такое яйцо я первое буду открывать. Никогда такое не открывала еще. Это трясется. Вау. Интересно, что это за яйцо такое белое. Такой срок годности. Нет, еще вроде есть до 6 месяца. А яйцо уже в таком жутком виде. Наверное, есть уже нельзя. Уже сыпется. Сейчас я за кадром его открою. Здесь вот такое яйцо. Ну, блин, мне не фигурка попалась. Брелочек. О, только в коллекции 4 панды. А я только одно яйцо видела. И 4 также идет к нему. Такие интересные магнитики. Мишки панды. Хотелось бы вот это с листочком в зубах. Мне попалось магнитик вот такой золотистой панды. Ну-ка, магнитится. Да, магнитится. А, это, пожалуй, производитель Данли. Я смотрю, какой-то знакомый, понятно, этот, на ощупь. Так, вот он. Также идет такая же фигурка золотистого цвета. На следующий откроем Frozen холодное сердце. Здесь нарисована Анна и Олаф. Производитель Зайни. Что-то трясется. Что-то небольшое. Здесь такой коллекционный лист. Ой, мне досталась королева Эльза. Лучше бы Эльза досталась мне в ее привычном наряде. Ой. Что-то она мне выпрыгивает. Жутко нарисовано. Такая крошечная. На следующий откроем пакетик черепашки ниндзя нового поколения. К сожалению, повтор. У меня уже такой есть.
Вот это у него хвост, если что. А это его здоровенная рука его перевешивает, что он даже стоять не может. Давайте откроем последнюю коробочку Дюрарара. Два. Так, со всех сторон выглядит коллекция, всего лишь 5 фигурок. И это последняя коробочка, которая у меня есть. Данную коробку я купила в Японии. Город Токио. Чтобы открыть ее нормально. Надеюсь, мне не повтор попался. Слава богу, нет, мне попалась Анри. Ура! Да уж, немного деталек. Да уж, не очень удобно одевать руку. А, она вот так должна. Да, господи. Так, я собрала наконец-то Анри. Немножко трудно собирается, эта рука не хочет лезать, немножко повреждена просто была. Я там расковыряла отверстие и вроде вставилась ручка. Так у нее идет сумочка, даже трюселя видно, если видите. В зубах несет, как они любят это делать, тосты. И так бежит. Боится опоздать к Микадо, которая так головой. Когда же ты придет? Все, подожди, я прибегу к тебе. Жалко, мне вот этот не достался. Шизе. То мне нравится его здесь форма. Сумочка. Так что она ее держит, а если бы не держала, на нее бы вообще потерялась. Даже грудь видно, что сделали большую, так как по мотику у нее идет большая грудь. Даже видно немножко такие капельки пота, как будто стекают. Мне нравится то, что у нее очки так отдельно идут. Здоровски. Ой. Хорошо, что здесь только на подставке написано, сделано в Китае, на самой фигурке нет. Ремешок от сумки идет подстать ее платочку от формы. Вот такая она интересная попалась мне. Жалко, я больше не нашла таких коробочек. А то было бы интересно, попалась бы мне вся коллекция, то бы еще вот такие две коробочки найти. Может, мне там было бы попалось. Может, мне бы попался. Ш.
шуйзуя. И последний. Шинье, наверное, его зовут. Доктор. Такие интересные фигурки мне сегодня попались. Я очень рада новой. Интересно, королевна. Жалко, повтор из-за черепашек-ниндзя. Интересный магнитик панды. Спасибо, что смотрели мое видео. С вами была Юля. Всем пока. Бай-бай-бай. Ставьте лайки, если понравилось.